Ну что ж, всем привет, с вами Крионик, и да, давно видосов не было. Да, бывает и такое, это ж я. Неважно, проехали. И сегодня мы будем слушать песенку, которую придумал один мой подписчик. Да, он красавчик, вообще, великолепная песенка, ну что ж, поехали, братва. А теперь песенка. И сегодня я представляю вашему вниманию музычку создана мне. Сейчас у меня полночь, я хочу спать. Ну, а как отказаться-то? Мы ж не все убрали. Че, пацаны, погнали! Я не мог в него войти. В него реально можно было войти. Бонанчики тут. Кукурузка! Пончики, пончики где? Сами знаете зачем. Мне нужны ваши ботинки. Мне нужны ваши ботинки. Мне нужны ваши ботинки. Мне нужны ваши... Мне нужны... Па! О! Помоги! Я не мог в него войти. Мне нужны ваши ботинки. Крутая песенка, мне понравилось, на рингтон поставлю себя. Да, на рингтон себе поставлю, да, вообще безусловно, потому что великолепная песня, ее и на рингтон можно поставить, и слушать бесконечно долго, да, конечно. Так. Ну, напишите в комментах, понравилась вам эта музычка или нет. Ведь понравилось. Ну, мне понравиться она не могла. Потому что это великолепная такая песенка, над которой он старался. Которую он делал долго. И давайте его поддержим. Ну, красавчик, Андрей Копойко. Спасибо тебе огромное. Вот, спасибо тебе. Спасибо. Да. Ох, что-то немного функциональный ролик получился. Угу. Такое тоже может быть. Но все же, прикольная музычка, это всегда прикольно. Угу. Ну, вы сами, думаю, знаете. Ух. Да. Великолепно он делает. Ну что ж, видосики выходят редко, да, я понимаю, но сейчас учебный год как-никак. И часто выходить ролики не могут, да. Ну что ж, спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Пишите, про какую игрушку, про что мне вообще снять следующий ролик. Надеюсь, я его сниму, да. Ну что ж, в принципе, все. Видео закончилось. Ставь лайк, не забудь про подписку, коммент и вопрос. Ну что ж, все. Видео закончилось. Ну все, да. Угу. Чао. Извините.